Калмадин. Калмадин обычный. Похож он на мандарин. Многие его называют мандарином. Он действительно по форме очень похож и по окрасу. Ярко-оранжевого цвета, немножечко приплюснутый. Бывает просто округлый. То есть всегда форма отличается. То есть не всегда он приплюснутый, а бывает просто округлый. И пока без плодов, цветение очень похоже на курш, очень похоже на кумхвата-бавата. То есть иногда бывает, что можно спутать. Размер небольшой в данном случае, то есть он у нас диаметром где-то 4 сантиметра. Опять же повторяю, что ярко-оранжевый окрас, достаточно гладкая кожура. Едят так же, как кумхваты, с кожурой. Мы с вами его разрежем. Внутри, так же, как и у кумхватов, присутствуют косточки. В этом экземпляре, да, косточки есть. Видите, как он внутри похож на мандарин. Он очень похож на мандарин, как на маленький мандаринчик. Кстати сказать, в магазинах он именно продается как мандарин. Но это каламандин. У него кислая и кожура, и мякоть, но очень ароматная. То есть с медом, с сахаром это просто неотразимо. Вареньем бомбическое. Он очень сочный. Ой, аромат мандарина раздается. Но он кисловатый. Кислый. Конечно, бывает, что при полной спелости, когда кожура прям насыщенная, ярко-оранжевый цвет, иногда вот такая бывает приятная, как бы сладость, но это все равно это кисловатый привкус. Кислый вкус. Бывает, что в описаниях указывается, что есть такая некая горечь. То есть это не то, что горький мы используем как горький. Да? То есть у нас у каждого вкуса есть свои оттенки, свои ноты. То здесь имеется в виду такая как горчинка, как остринка. То есть когда описываешь, то есть достаточно сложно все описывать. Надо пробовать, дорогие мои, выращивать и пробовать. Это вкусно.